Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Кстати, гость с ним, может, возьмем из того, что предлагается. Ладно, все равно. Ну-ка, что-то подобное. Насчет аукциона, кстати, хз. Будем делать, не будем делать. Ну, мы, кстати, будем когда-нибудь. Так, сейчас, и мед. Твой же прошлый я поставил, да? Или не поставил? Я в открою, сейчас посмотрим. Не, ну атаки. Отлично. Зачем ты кинул Нагу на Нагу? В смысле, Спеллкрафт зачем на нее кинул? Она сохраняет просто Спеллкрафт. На следующее я могу забрать и снова ей Спеллкрафт дать. Повзрастание. За зверей. 4 боевых ключа, подождите-ка. Это неплохо, по идее. Колесо Йоксарона, 7 существ купить. Это тоже неплохо. Это бедствие, да, чат? Это бедствие. Я ни разу с бедствием не играл. Это будет первый раз, когда я с ним сыграю. Если мы заберем, конечно. Колесо, чат, связаться колесо в любой, наверное, ситуации. Тритопчик, я тоже думаю, что тритопчик. Забрать вот этого двоица. Боевой клич завязал. На следующий надо будет еще желательно завязать. Меч 4 будет улучшаться. По-моему, это бедствие. По-моему, ребята, бедствие. Я ни разу с бедствием не играл. И все, ты лох. Ты лох, не возьму колесо, а. Не, все, теперь точно не возьму, пошел ты. Ну, теперь тут два краба есть. Еза на крабах два. И то я другой сохранил. Пойди тоже, кстати, классная быть штука, ее можно прям до конца игры оставлять, в конце где-то в бабле там, или маскировки держать, чтобы просто карты призывала ради мести. Ребята, я тем более ни разу не брал. Ни разу не брал эту штуку, ни разу этот квест не брал. Впервые с ним играю. И по идее, ну, персонаж хороший, все хорошо под это все дело. Ну, должно быть хорошо. Так, не, в этот ставил, ладно, в этот ставил. О, отлично, я уже думал, мед не поставил трек с рук. Было бы плохо. Как это работает? Оно улучшается потихоньку. Сейчас увидите. Сейчас увидите, как оно будет работать. Скажете, ой, Арслан, какой молодец, не взял... Такой молодец, что я взял колесо. Ну я на стенка не в него. Как это работает, бедствие? Вот, сейчас смотри. Когда вы призываете существо во время боя, оно получает 1-1. Когда мей срабатывает, то есть месть 4, навсегда улучшает эту карту. То есть будет 2-2, потом после еще 4 мести, там 3-3 и так далее, и так далее, и так далее. Мы можем, по идее, много настакать за счет вот этих крабов, еще чего-нибудь, какой-то мусор пусть забивается. И будем призывать карты, которые тоже должны, по идее, работать. Аккаунт сразу выполнил. Желательно выйти зверей, очень подобное, то есть там механа конь, да, прям важная карта. Сейчас мне топ-8 такой, ну и говнина, и квест. Слушай, если я сейчас на следующий выполняю, то по идее я, это не должен быть топ-8. То есть да, можем не выиграть с этим квестом, но я думаю, что мы не проиграем. Важная карта, пиратка из 5, это верная. А, ты про, который вот этот вот чувачок. Пройдох, но он хорошо разгоняется это делать, согласен. Но надо прямо уже разгонять, то есть сейчас я уже должен выполнить. Есть один боевой клич. Отсюда провод достать.
Лучше, наверное, роллы, да? Еще ролл. Любой боевой клич, абсолютно любой. Просто плевать. Понимаем. Хорошо. Ты тоже пошел в задницу. Конец. Не отдраться. Предлагаю ничью. Ничью предлагаю. Ничью давай. Опа. Опа. Нам ничью брать. Так ладно, 3-3 уже призываются еще. Уже 3-3 получаю. Дальше больше, дальше больше. У тебя здорово получается. Получается лучше всех, ребят. А ну-ка, там еще следующий трек предлагается. Вот этот вот тоже поставлю. Абилка, куда абилка? Кто хочет прям перманент оставаться сюда? На следующий левел абилка, наверное. Реально, как крыса, блин, да что это? Хороший этот... Хороший квест просто. Арслан, почему ты меня никогда не берешь? Игрок на бонг. Я брал, я с триплета брал, подожди, меня где-то здесь был... Но свинки сейчас намного реже как будто играют, с того, что свинку перенесли, которая бафает шарды на здоровье, ее в тройку перенесли, и теперь... Если ты не выходишь в тройку и сразу не дается прям куча всего этого под свинок, под забафы, то тяжело в это играть реально. То есть ты можешь букмекеров понаходить себе, допустим, триплеты. Если тебе ближайшие ходы не будет падать, ну, прям... Бафы камней, то ты все равно не особо... Мы сильнее, да? Все равно, конечно, не особо хочется отыграть. Ага, не ноль атаки. Much more than this. My way. Просто достать такого же чувака. Или это будет триплетом. Либо левел бил, качил на 15 притащил. Я сейчас на левел пойти. Он на прошлый сделал левел, он 6 собирает. Рыба мясо есть. И квест собирает, еще и 5 копают.
Походу, мне сейчас лицо разобьет только так. Может быть, мне не стоит все-таки левелапать. Какая-то плохая теперь идея. Да что ты с брони? Ну, это не повод проигрывать, все терять. Если его сейчас хорошо пробью, то на следующий у него могут быть проблемы. Из-за банана, я понимаю, да, в пятерке много карт. В пятерке очень много карт хороших. Но пробить его тоже было бы хорошо, конечно. Мне просто проблема, что если я не пробиваю, наверное, выигрывает лобби. Я ничего не сделаю в дальнейшем. Ну ладно, наверное, попробуем. Просто это может быть 3-2 на сильный мув с моей стороны. Трек-плиз, я могу вспомнить название. Это My Way. Тут там пойдет Фрэнк Синатра. Колец Гос, его раскопал. Наверное, так и так выиграет. Не мог остаться, пробовать его реально пробить жестко. Он выиграл, да? Он выиграл. А что тебе нужно сделать ради раскопки? Разыграй пиратов, драконов, изи. У него дракона кисть, это в соло. Ну ладно, какая. Он выиграл. Я не знаю, молодец, наверное. Арсан, ты после каждой катки говоришь, что пойдешь копать, когда будет новым. Я не говорил, что после каждой катки. Я говорил после этой катки. До этого я говорил, что сегодня будут. Я не говорил в самом начале, что я сейчас этот топ-8 SLS взял, все, пошли этот копатель играть. Ну, такого не было. Но у него бабл, маскировку бы найти. Брат Гдэмит, оно считается банил, но как бы явно не сидит здесь. Не понимаю, это скам? Почему не включаешь треки? Вот тебе да штрафную сверху. Да я ставлю, ребят, ставлю. Дарноз, вот там было что-то прикольное? Какого-то не было. Блин. Шерол. Вот это вот забрать? Чат, какую... какую, ребят, можно штуку забрать? Ну, то есть, что, из чего трепец соберется больше? Из вот этого или вот этого? Понимаете, да, еще все, ребят, оставлю. Мишкины мишки. Вот этого и вот этого. В смысле, вы билки, что ли, хотите? Ну хорошо, ребят, давай так. Будем
будем обилку нажимать, продажи чего-нибудь? Я просто даже не знаю, куда обилку давать. Сюда нет смысла. Сюда это руи нет, потому что вначале обилка работает, хрип, а потом только... потом реборн. Обилка посидит? У тебя же перебор крабов. Там сколько дела? Там уже 8, да, и правда, перебор. Ну, все равно мне особо некуда давать, так что пофиг. Пора иметь билку, давно, походу, уже пора. Обилка нужна, да, обилка была бы неплохо, действительно. Золотой колес гос. Два триплета. Не понял, там было три раскопки все в колес госа? Выса. Ну ладно, поддержим все еще. Мы же пытаемся хотя бы один трипец собрать или не пытаемся уже? Пофиг. Вообще могу продать эту троицу, забрать на самом-то деле просто профи-поджигателя. Как будто это лучше. Но за 5 нет, уже не нужна. Одна пусть остается. Куда просто этот дракон заберу? Тем более вон сюда ударит, то же самое будет. Все равно фулстол. Так, сейчас следующий трек ставлю. А можешь сказать, являюсь я олдом или нет? А ты сам не знаешь, как долго меня смотришь, что ли? Отслеживаешь 25 октября 2021 года, но пишешь не так много. Золотой ревендер, два волка. The fuck? Это что за лобби? Нормально все, ребята? Идеальный снайп. Топ-2 говорит, я думал, что я надеялся топ-2, но тут чуваки прям хорошо показывают. Одна стычка, ну ладно. Хрень еще какой-то дэмэдж сократишь. Или сократишь все-таки, а? Песика забилим. Ну хорошо, это не 15. А че у всех сетапы какие-то готовы? Ходокоин лучше, да? Три зверя, все по одному.
Так, Дракона 4 втащил здесь на 15, то есть был классно, молодец, но проиграл чуваку, у которого там колец Госса, если он светит, там 7 триплетов, копается и копается. Ужас как будто не так хорош на самом-то деле. Лучше еще карту буду, которая призывает что-то. Опа. Банана есть, банан хорош. Подождите, или банан не хорош? Он не работает, да, с этой штукой? Или работает? Подождите. Он работает или не работает? Работает, уверен, значит, работает. Хорошо, ребят, хорошо. С концом лошадь 50-50 работает. Это я знаю, что там работает. Что-то здесь, я помню, говорили насчет того, что там с чем-то не работало. Сначала банан, потом бесса, но вот-вот, что-то насчет такого говорили, что он вначале удваивает дурацкие статы, а потом только получает еще плюс статы, то есть как будто срабатывает раньше опилки. Не работает, но весь чат говорил, что работает, что посмотрим. Будет ли он удваивать статы. Я просто помню, что в чате писали кто-то там, что работает реально, но хреново, что вначале банан срабатывает, а потом только баф получается. Банан последняя, давайте, давайте. Где дело работает, ну все, отлично. Если работа, отлично. Пофиксили через час, как я из этого бага проиграл. То есть уже прям точно пофиксили. Уверен, ребят. Если пофиксили, то хорошие новости. В любом случае, не, ну как-то усиление это усиление, но хотелось бы, чтобы оно и работало. Прямо как мой парсет. О, слушайте, работает, ура. Можно отсюда поймать спелл на спеллкрафта, да? Это нужно? Вроде как не особо. Как будто вот это вот нужно. Бабла нет. Может такой бабл сюда забрать, что пожил. Можно снова отсюда пробовать. Достать снова. Ну, нам нужно маскировку или что-нибудь такое. Бабл 6. Не, не хочу в нее отдать бабл 6. Это бабл 6 я бы сюда дал. Мне нужен был бабл как не... чародейство, чтобы сюда его закинуть. Сообразно 7. Наверное, в этот раз мы его факнем. Ты куда-то не туда заходил, по-моему. Раш, тебе понравилось отдохнуть, конечно, все такое, но ты... Хотя, подожди, может, это была твоя цель. Вези там. Ну, в любом случае. Не по тем району ходил, скорее всего. Вот, ну, короче, Раш, ты этот, отдохнул. Доброй ночи, Ярслан. Раш, тебе понравилось? Здорово, Джейлор. Сейчас Непчет, ставлю твой трекич. Там сейчас закрепки ставили, я за закрепки вроде все поставил, сейчас все что ставили. Подождите, я думал мне хватает. Сейчас... Секундочку. А хватает ли? Вроде хватает, да? Или нет? Маскировка.
Нифига не хватает. Отлично. Еще две карты выжила. А, пиратский кто-то за ними забирает спылы? Забирает, но за каждого пирата работает. Чел зверя вообще вынес в хламину. Ну там у него жесткий был сетап, конечно. Да. Бабл, если да. Ой-ой-ой. Чем больше, тем веселее. Как будто надо сюда делать реборан. А даже топ-2, ну как я и говорил. Как я говорил, ребят, как говорил. Могу тогда теперь давать. И сюда реборан. Маскировка, бананы есть. Подождите, может это лучше? Маскировка лучше, зачем реборан? Зачем волк? Ну он чуть дает еще забавы, помимо этого всего. Но все равно надо что-то, чтобы стояло, чтобы слоты оно потом освобождало. И это просто какие-то забафы, которые потом, ну, типа, призывают бананы и какаура сохраняется. Плюс эта карта еще призывающая карта. Короче, просто неплохо. Ребят, маскировка или реборн, что хотите? Маскировка лучше, всегда лучше. Окей, давайте. Нет, это, конечно, ну так себе. Ну, накромен. Следующий вина был, если мы ядом ударим, ну не туда. Оу. Да ну что ты делаешь? Ну так было. О, ну так же было здорово. Ну... Бестлыч. Так было бы красиво, конечно. Ну куда ты не то фокусишь? Ладно, банан вся живет. Монополица летит. Кстати, он довольно маленький, учитывая, что... Ну, там должны быть деньги бесконечные. Еп. У него деньги буквально бесконечные. Там ему нужно было ради раскопки сыграть 4 пирата или дракона. Пират есть на голду, да? И есть какие-то боевые ключи пиратские. Плюс у него был дракон Кисси уже под релаком, что дает ему кучу драконов, по идее. Ну, Заладин. Находишь какие-то активации, это еще раскопки. Подписывайся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!